Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставим лайк. Смотрим это видео в 4К. Да, выбираем качество 4К. Так, классический силуэт BMW и потрясающее внимание к деталям. R18 Classic незаменимо притягивает взгляды. Есть разные цвета, красные и разные. А, в 4 цветах есть. Так, сиденье R18 Classic состоит из двух частей. Вам решать, ехать с пассажиром или в одиночку. Опозитный двигатель за штанговым приводом клапана создан с уверенностью, подкрепляем уже 95 лет. R — это оппозитный двигатель. Так, дополнительные светодиодные фары для завершения ностальгического образа и лучшего освещения дороги. Туристический мотоцикл оснащен двумя дополнительными фарами. Обеспечить водителю расслабленную удобную позу, которая располагает езда на туристическом круизе. Ветровые стекла. Большое ветровое стекло эффективно защищает от непогоды и доступно в нескольких вариантах высоты. Так, круглые выхлопные трубы, открытый карданный вал, дупельская рама, отсылка к легендарным моделям BMW начала прошлого века. Черный бак с двойными сервоками, двойные белые полосы без ошибочно дают понять перед вами классический мотоцикл BMW Motorrad. Так, боковые сумки в мягкие сумки объемом 15 на 5 литров, каждая войдет все, что потребуется в путешествии. Так, сейчас звук будет, как она будет, ну, мотоцикл. Так вот. Вот она будет, как выглядит. Поговорим о технических характеристиках. Двухцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным масляным охлаждением и двумя распредвалами, расположенным над коленвалом. Диаметр и ход поршня 107 на 1 мм и 100 мм. Рабочий объем 1802 см³. Максимальная мощность 67 кВт при 4750 оборотов в минуту. Максимально крутящий момент 158 м при 3000 оборотов в минуту. Степень сжатия 9:6:1. Электронный выброс выпускной коллектор, цифровая система управления двигателем БМО с электронной системой подачи топлива. Есть. Очистка отработавших газов, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор есть. Так, максимальная скорость свыше 180 км в час есть. Так, расход на 100 км согласно стандарту WMTS 5:6 литров 100 км. Тип топлива нейтрализированный бензин Супер Этанол Макс 15% и 15%. Очи 95, антидетонационный индекс 90. Так, генератор с постоянным магнитом 600 Вт. Аккумуляторная батарея 12 Вольт 26 Ач, необслуживаемый. Сцепление однодисковое сухое сцепление. Коробка передач 6 ступенчатая. Коробка передач в отдельном корпусе с переключением передач кулачками муфтами. Привод карданный вал. Ходовая часть, тормозная система, рама, стальные дуплексная рама с привинченными нижними балками. Передняя подвеска, телескопическая вилка. Задняя подвеска, стальные двухсторонние магнитник с центральной амортизационной стойкой есть. Ход подвески спереди и сзади 120 мм на 90 мм есть. Колесная база 1731 мм, есть кастер 150 мм. Угол поворота рулевой колонки 57 на 3 градуса.
Так, колеса спицевые колеса. Передние колеса, колеса 5 и 3 на 16, да, 3 и 16, задние 5 и 16. Передняя шина 130-90-B16. Так, задняя шина 180-65-B16. Так, передний тормоз, двойной дисковый тормоз, диаметр 300 мм, 4 поршневые неподвижные суппорты. Задний тормоз, однодисковый тормоз, диаметр 300 мм, 4 поршневые неподвижные суппорты. Система ABS, система BMW Motorrad Integral ABS есть. Так, высота сидения при снаряженной массе без нагрузки 710 мм. Расстояние по внутреннему шву брюк без нагрузки 1655 мм. Полезный объем бака около 16 литров, из них резерв около 4 литра. Так, высота без зеркал 1342 мм, длина 2440 мм. Так, высота над ветрозащитным стеклом при массе без нагрузки 1397 мм. Ширина, включая зеркало, 964 мм. Масса без нагрузки в готовом к движению состоянии с полным баком 365 кг. Так, допустим, общая масса 560 кг. 560 кг. Максимальная нагрузка серийной комплектации 195 кг. Так, на последнем видео вы видите квадрат. Нажмите на нее и ознакомьтесь с другими моделями мотоциклов.